Всем привет-привет, дорогие друзья! Привет-привет! Коктейль ТВ в эфире. Снова я, Яша, и мой отец Станислав Николаевич. Точно. И будем сегодня пробовать медведя, друзья. Медведя. Медведя, царя зверей. Русский зверь. Да. Говорят, когда ешь медведя, душа медведя переносится в тебя. Да? Да. Ну, душевные медведи сегодня будем. Ну, мне вообще западло, честно. Вот медведи есть. Вот, честно. Да? Ну, не знаю, да. Я как-то, ну, медведь... Символ России, такой как бы зверь, блин. Так, короче, сколько их съели? Так мне кажется, гарантия, я говорю, мне западло. А, тебе. Ну, ты не ешь, я буду один. Ну, нет, я ел уже медведя. Да, я знаю, что ел. Что есть. У меня просто есть коготь медведя, там, зуб медведя, все вот это вот. Мишка. Мишка. Потом его брат придет мне, когда я за грибами буду идти. Ну, там легко, там они ходят. На даче у нас. Так, ну давайте, что уж, медвежатина так медвежатина. Медвежатина тушеная, друзья, консервы мясные кусковые стерилизованные. Медвежатина тушеная, еще раз написано. Массовая доля жира и мяса не менее 57%. А остальное куда девали соль? Остальное вода. Лук репчатый. Лук репчатый. Так, мясо медведя. Жир, сырец говяжий, лук репчатый, нитритно-посолочная смесь, соль пищевая, фиксатор окраски, нитрит натрия, перец черный. В общем, все стандартно, лаврушка, все дела. Давайте, не знаю, будет видно, нет? Такая вот, короче, баночка, деликатес, дичь, город Чехов, друзья. Открываем? Да, мы уже много чего из Чехова пробовали. Я Чехова даже не читал ни разу. А мне приходилось, я в школе учился. Мы Чехова изучали. Как ты же такое изучал, что там читал, что ли? Читал, конечно. Конечно. Так, ну что, выглядит как обычно тушеночка, да? Держи вилку. Держу вилку. Высыпаем. Ох, целый куском. Большой кусок. А жир говяжий? Жир говяжий, да, друзья. Эх, пересохло. Ароматик хороший стоит, слушай. Грех на душу берем. Ароматик хороший, кусочки тоже вот хорошие. Не, ну решили, раз уж мясо поездок. Почему надо разное попробовать, конечно. Под пивко-то тем более, да? Да, пивко-то ладно. Мясо самое интересное. Ну, структура такая себе, да? Волокнистые? Нет. Лишь бы мы до собак не дошли. Медведь же это собака. Медведь собака? Собака это волк. Медведь тоже собака. Да. Напишите, медведь это собака или таракан. А кто медведь? Где чему относится? К собакам относится. Вот это я не знал. Ну, мне на работе чувак сказал. Да, конечно, чувак тоже у тебя. Он просто чувак, потому что. Не, а к чему медведь относится? Сам по себе, типа, один? Конечно, конечно, че. Царь зверей российский. Нет, там, а лев это... Лев это царь пустыни. Не, лев это кошка, да? Но. Волк это собака. А медведь че, кто это? А жираф это кто? Жирафы. Да, а нет, медведь это корова. А, корова. С длинной шеей. С рогами, да. Ну, коровам каким-то, то есть, с стрекозлом каким-то. А почему ты там вот такого мнения, что не корова к этим относится, к жирафам? Вот ты бы увидел корову и сказал, о, жирафа. А почему ты жираф вообще не похож? Вообще на корову не похож. На даче поеду, там корова есть. О, жираф нет. Жираф короткошей. Короткошейный жираф. Нет, тоже пятнистый. Ты тут вообще длинный. Тоже пятнистый, просто у тебя загорелые, но солнышки желтенькие, а наши беленькие. А зёба? Так вот, тоже жираф. Ой, жираф. Ну, давай, хоть скажи про вкус-то что-нибудь. Лишь бы собак не стать есть, я тебе говорю. Ну, жир застывает. Ну, жир жиром, да, понимаем, вкус, да, наверное. Ну, тушенки, конечно, тяжеловато, потому что все это плюс-минус переваренный. Лаврушка чувствуется, перчик. Вкусно все. Нет, все вкусно, все сбалансировано, баланс есть, хороший баланс. Но я бы никогда не сказал, что вообще это медведь. Вообще не догадался никогда. Никогда бы не сказал, что это медведь. Что вот похоже на что? Да говядина похожа. Видишь, говядина, да, что-то? За счет жира, видимо, говяжьего жира. Говядина есть тоже свой. Да, где за счет жира, наверное. За счет жира похоже очень на говядину.
Я бы в жизни не сказал, что это вообще. Вообще бы не сказал, что медведь. Еще что похоже, вот я не знаю даже. Там, мне кажется, говядина похожа. Текстура развалилась, да? Угу. И она как будто перемолотая, да, фарш, что ли, как будто. Как? Да? Очень мелко, да. Фарш как будто перемолотая. Так что тут жалеть нечего. Как ты говоришь, жалеет там. Не знаю, тут, мне кажется, нечего жалеть. Смотрите, вот какая-то. Я думаю, специально выращивают? Кого? Или все-таки ловят на природе? Да что-то я не знаю, что специально выращивают. Медведи специально. Наверное, так отлавливают. У нас же с тобой у родственников два медведя жили. Ну что, ты представляешь, сколько они там, они покормить их не смогли. Их же кормить надо. Да, тушенка как бы не очень же дорогая, там не как икра. Там, ну, рублей 500, наверное, да? Да, где-то так, в этих пределах. Ну, плюс озон там забрал 350. Да, да. И того 200 рублей бабки. А мы-то как никто другие друзья знаем, что такое озон. Кстати, бокальчики на озоне можете приобрести, ссылочка в описании. Не только на озоне, на всех маркетплейсах. Кроме AliExpress. Да? Классные бокалы? Обалденные. Прорекламируем? Да, обалденные, обалденные. Че, а че, смотрите, ребятка, ну как в руке лежит, ну классно. Нет, это хорошо. Говядина, не знаю. Я не могу медвежатиной назвать вообще никак. Вот не поворачивается язык. Мы с тобой, вот, ну ты маленький был, конечно, когда Пятигорске ели с тобой медвежатину. Ну там оно натуральное было, там прям куски мяса были. Ну, мы дойдем до этого, наверное, когда-нибудь будем готовить уже сами. Сейчас мы просто хотим вырастить медведя. В смысле? Ну, чтобы настоящего медведя есть. Что, можно дачи предложить? За место картошки медведя вырастить? Во, давай лучше так. Маленького. Купить маленького медвежонка. Маленького. Через полгода. Чувашку такого. Он тебе купит, да? Он тебя начнет выращивать. И жирафу еще. Вот это бы да. Да. Маленького хотел такого бы, знаешь. Бегал бы, думаю. Моя единственная жизнь и мечта, вот это маленький жирафик, который бегает, но... И вот постоял вот эту поилку высокую, знаешь, он подходит такой и пьет из нее. Вот как бокал, типа, знаешь, вот такой маленький. Туда голову опустил, да? Активался на лёд. Они же какие бахатые, мягкие. Представляешь, маленький, он бы пришел бы, и шейкой бы, ногу, как кошка бы. Да, и вообще, просто я мечтаю о таком жирафе. Да, если... Когда-нибудь, может, природа... Ну, люди же все могут сейчас. Ну, да. ДНК могут там смешать с кошкой, я не знаю. Жираф. Кошка с рогами с длинной шеей, да. А вот лохматая. И прыгает еще. На стол. Жираф на стол. И спит так вот вниз головой. Охренеть. Ну, фантазия. Нормальный обзорчик-то у нас получился, да. Веселый. Так потому что медведь такой. Непонятный вообще. Другой вкус пошел. Тоже, да, вот часть тела же тоже зависит, как бы. Оно же может... Ну, здесь как будто фарш какой-то вот, едимый. Вот, попробуй вот здесь вот. Вот сейчас что-то я откусил, как будто еще другой вкус. Да? Угу. Попробуй. Или... Угу. Да? Другое что-то, другое какая-то часть тела, и все. И... Ты зашла, сладость какая-то. Сладость пошла, да. Угу. А вверху его жир выбрали сверху. А мне кажется, просто другое. Тут же перемолото, непонятно. Может быть, там нога, может, там голова. Жопа. Все, что угодно можно. Ну, может быть, да. Ну, чувствуется. Помнишь, мы что-то тоже ели? Один кусок, да. Второй вообще другой вкус. То есть тоже это зависит. По-моему, баранину. Угу. Там как будто бы старое. Не чувствовалось, да. Как будто старое и как будто свежее. Ну, прикольно. Ну, не знаю. Ничего кого-то изыскать. Я вообще ничего не почувствовал. Ребята, вот, не знаю. Ну, попробовать. Может, интересно, конечно. Ну, ну, типа, пришли гости, там, пацаны, мужики, да, там, может быть, даже родственников собрать. Ну, там, взял 5 банок говядины и перемолол их вот так же. И одну баночку поставил, показал, о, я вам медведя приготовил. Никто не отличит вообще. Ну, нет, что, баночку любую. Нет, я имею в виду, вот так вот, если кто-то придет, тебя накормит, скажет, я тебе его поставил банку. Ты не определишь никак. Согласись. В общем, если охота... кого-то как бы немножко удивить, или, я не знаю, конечно, мало людей, кто захочет есть медведя, на самом деле, мне так кажется, что в России, ну, такое мясо. Вот кого знаю, все как бы говорят, нет, там, охотники все, они говорят, на медведя не охотимся, как бы, практически 90% говорят, нет. Птичку, там, зайчика, еще больные все лося, медведи, да не про это, кабана, лося, всех готовы убивать, а медведя говорит, ну, это же, как медведя, ну, его как есть, ну, такое, да. Мясо, как бы, ну, он царь, тут.
Вот ты его будешь. Наших лесов. Ну, да. Но они сейчас, видишь, еще все чаще стали. Как бы я бы запретил бы вообще медвежатину. Вот если честно, если бы я был. То есть, ну, блин, не знаю. Мне впадло, как бы. Жалко. Он больше не будет, я доем. Да уж, да нет, ну, ну что нет, ты что сразу нет? Так если его убили, что съем? Ну просто, ну как-то как не гуманно. Может быть, своей смертью умер. Ну, типа это собака, вот, собаку есть. Ну, как скажешь, это собака, все, я это. Опять, что там, туберкулез, да? Ага. Не будет туберкулеза? Давай это... Ну, собак же туберкулеза едят, ну чтоб не было. Да. А у нас запрещено же собак есть? Я вообще никакой разницы не вижу вообще. Между говядиной? Да. Очень напоминает. Вот смотри, мы ели баранину. Совсем другой вкус, да? Оленина, совсем другой вкус. Мы ели этого. Не оленину. Что, я оленину ели? Сангана. Ну, и этого ели. Как он? Сайгак. Сайгак. Ну, да. Сайгака. Кто не смотрел обзор, посмотрите обзор. Прикольно, сайгак. Совсем другой. Сайгак нежный, он не понравился вообще, да? Да. Он вонючий был. Корова. Не корова. Которая не мычит. Он был не корова, он был херово. Он был херовый. Ну ладно. Вывод такой. Второй раз я это никогда не возьму. Потому что это, во-первых, дорого. А во-вторых, я не понял никакого эффекта, никакой медвежатины я тут не почувствовал, не знаю. Да, никакого, получается, эффекта вау, да. Или там чего-то необычного, там противности или еще чего-то. Просто стандартная. Просто стандартный консерв. Стандартная тушенка, да. А по БЖУ что здесь у нас? Непонятно. А, 13 белков. И подпивасик, кстати. Не особо белковая подпивасик. Даже. Да, не. 13 градусов. Ой, 13 градусов. Грамм. 13 грамм, да, ну, немного получается. Ладно, пишите, кто пробовал медвежатину. В тушеном виде. Потому что в свежем виде, вернее, в свежеприготовленном. Мы, там совсем другой вкус. Она сластит, она и вообще другая. И волокна у медведя длинные, толстые. Как эксперт говорит, супер охотник. Ну, потому что я никогда не охотился в жизни, ни одного животного не застрелил. Но я просто пробовал, нам всегда с тобой было. Знаешь, ты их раздавил? Медведей? Муравьев. А, муравьев-то, да. Тоже животные или нет? Да. А, нет, насекомые. Насекомые. Насекомые на них. Насекомоядные. Нет, это уже другое. А почему, говорят, насекомые? Давайте напишите вопрос с подвохом. Да, да. Хотя, напишите, почему насекомые? Насекомые. Почему дичь еще? Да. Дичь, потому что она летает. Она не может улететь, она жареная. Животное. Она жареная, да. Название, да, как бы животное. Дичь. Насекомое. А животные, почему? Ты же живот есть у них? Да нет, живые, потому что. А мне кажется, из-за живота. Да, да. Чтобы животное. Набить живот. Живой животное. Тварь. Нет, тварь это другое. Гады еще есть, кстати. Твари. Тварь божья. Гады еще есть. Гады нет такого. Как нет, змеи так. Гады. Соседи только. Нет, они даже гады как-то. Обычные соседи это гады. Особенно если дрели целый день. А это вообще гады. Гадов много. Да. Не везде. Ладно, давай попрощаемся уже. У нас хорошее настроение. Попробовали медведя, который совсем не медведь. В смысле? Да, ну, я не понял, что мы едем. Ну, на вкус, да? Да, на вкус, ребят. Ну, не определить вообще ничего. Ничем не отличается от абсолютно обыкновенной тушенки. Ну, если вы такой прям, ух, брутальный, мощный, и хотите там, знаешь, детей заставить жить по законам джунглей, да. Тогда, наверное, макароны по-флотски должны быть с медвежатиной. По-моему, у тебя не вселится сегодня. В тебя точно не вселится. Ладно, конечно. Но. Ладно, всем добра. Пока-пока. Пока-пока.